тому времени как снимем, тут уже просто будет свадьба. А ну что то, что на айфоне сова? А какие слова? Нет, саваш. А, да похуй, он закрыт. Ты снимаешь его? Да. Космический Санта. Анальный Санта. Нет, вот это не пойдет. Крупье Санта. Алкоголик Санта. Бездомный Санта. Почти мой вариант украл, у меня был бомж Санта. Санта Абас Санта. Брейк Санта. Санта стер шапку Санта. Турецкий Санта. Санта Моника. Санта Моника. Асама Санта. Краб Санта. Пусси Джус Санта. Комбинатовский мужик Санта. Нет, он... Блюз Санта. Блюз? Да, Даня Блюз. Да заебали вы ездить, блядь. Неполиткорректный Санта. Санта сквернослов, блядь. Еще нужно добавить. Ну, кстати, клавишные нужды. Но я вспомнил, на самом деле, Bad Santa. О, да. Классика. Точно. Bad Santa, ребят, 25 декабря приглашаю вас на вечеринку. Bad Santa. Bad Santa Party. Не анальный Санта, Bad Santa. Для вас играет Double D. И я, диджей Годзилла. Это будет новогодняя вечеринка. Готовимся к Новому году. Я слышал, что ты решил сменить ориентацию и уйти из этого бизнеса. Нет, нет, нет. Всех ждем 25 числа в баре Гибсон. Начало в 23.00. Также мы сделаем еще смс-рассылку. С этой смс-кой вход будет дешевле, чем всем остальным. А те, кто не пойдет, будет подметать нахуй землю. Вот так. Как мне бабушка говорила, учись в школе, а то будешь дворником. Приходите на вечеринку в Гибсон бар, а то будете дворниками. Всем плохой Санта. Сейчас шли, встретили. Кого встретили, блять? Здорово. Танцы на стеклах. Че как, стендап? Хорошо. Следующий платный будет. Платный будет? Конечно. Заебались? Хватит тешить людей на халяву. Да, будет на новогодних, всем скажи. Новогодние каникулы. Это там будет стендап числа 10, наверное. Ну вот заодно тебе. Будет очень классно. А ты где, там же в сентябре? Блин, ну нам понравилось на самом деле. Да? Там меньше помещения, да? Типа уютнее будет. Ну там со звуком очень круто все. Блин, я не знаю, вот надо решить. Ну, блин, скорее всего, сентябрь, наверное. Я сейчас за всех говорю, так сейчас. Ну ладно, это чисто твое мнение пока еще. Неофициальное. Ты красивая, не было? Ну, пойдет, наверное. Ты за ней хочешь что-то? Тебе в контик надо просто. Что там? А я это, ну, тороплюсь слишком. Решил помедленнее попреследовать. Лицо не успел зазырить. Кстати, Чан Мальта там у вас, получается, сейчас тоже выступает, что ли? Чан Мастер, бля. Чан Мастер. Я просто вчера его в континенте встретил, он картошку разгребал в магните работает. Да? Ну, шоу-бизнес, это мы дойдёшься. Через стендап попал в пятерочку. Ты же говорил, уезжаешь в Москву. И, кстати, между прочим... Я уже сгонял Москву, кстати. Там что с этим-то выступал? Контестом, который проходил, вот, да? Beats and Vibes. Beats and Vibes. Меня, да? Не взяли. Не взяли? Там взяли всех известных, кто подписан на лейблах, короче. То есть там суть была в итоге не найти какого-то молодого исполнителя неизвестного, а засунуть ребят, ну, там, своих, сделать какое-то шоу, чтобы это выглядело как-то. Ну, короче, тебя не взяли? Нет, конечно. Слишком это, Магнитогорске был. Все, блядь, рассказал. Всем твоим десятерым сколько у тебя сейчас? Ты растешь уже там больше? Там уже 500. Успех там, понимаешь? Ну ладно, давай, удачи тебе. Спасибо, я не ухожу. Приходите в Гибсон, короче, 25-го, чуваки и чувихи. И на стендап играем.